Полумарафон «Сергиевым путем» прошел в Сергиевом Посаде в минувшее воскресенье. Первый старт на 21 километр дает глава городского округа Михаил Токарев. В Сергиевом Посаде полумарафон «Сергиевым путем» проходит с 2017 года. Старт и финиш организовали напротив Троицы Сергиевой Лавры на Красногорской площади. Этот забег стал уже традиционным, мы уже его проводим не первый год. Сергиев Посад, как всегда, самый гостеприимный, самый любимый город Подмосковья. Поэтому здорово. Я знаю, что зарегистрировано более 1000 участников сегодня. Мне кажется, мы каждый год потихонечку определенные рекорды бьем. Вот сейчас организаторы говорят, что кто в том году выиграл, и кто не выиграет, они практически через раз что говорят. С новым рекордом трассы. Также и сегодня по количеству участников у нас этот новый рекорд. На время соревнований проспект Красной Армии перекрыли для автотранспорта. Пока водители искали пути объезда, проезжая часть была предоставлена любителям бега. Я приехал с города Яхрома, бежать будем 5 километров. Первый наш забег, бегаем недавно, буквально там полгода, наверное, от силы. Первый раз на соревнованиях. Обстановка классная. Я первый раз, поэтому прям впечатление моря. Бегаю, потому что нравится. Просто нравится бегать. Состав бегунов не ограничен ни полом, ни возрастом. Единственное условие – 18+. У многих участников за плечами и полумарафоны, и марафоны. А чтобы бежать было веселее, кто-то бежит с детской коляской, приучая к спорту своих детей. Очень многие бегут с домашними питомцами. Это спортсмены, любители спорта со всей России. То есть это открытые у нас соревнования. Можно было зарегистрироваться на сайте «Живу спортом» и приехать за бег бесплатно. Чем заняты волонтеры? У нас несколько точек. То есть это и выдача воды, и выдача стартовых пакетов, и наградная группа. Ну, в принципе, все по плану, все как обычно. Ребята у нас на входе выдают средства индивидуальной защиты, измеряют температуру. Полумарафон проходит под эгидой Министерства физической культуры и спорта Московской области. Уникальная возможность прикоснуться к истории, пробежать в древнейшем городе, в одном из самых красивых городов Московской области, дорогого стоит. И, конечно же, у нас из года в год количество желающих увеличивается. Сегодняшний забег – это второй из серии. Первый проходил в начале августа в Волоколамске. Еще у нас впереди Серпухов, звездный городок. И у нас традиционно там также соберутся участники. В Сергиевом Посаде полумарафон «Сергиевым путем» длился 5 часов. А в память о событии, кто дошел до финала, медальки за участие. Победителям соревнований вручили кубки. Полина Иноземцева, Антон Коврижных. Программа «События».